Напольный вентилятор Midea FS4040. Характеристики: мощность 40 Вт, 3 скорости управления, трехлопастной. Есть специальная конструкция опоры вентилятора зонд и 100% медный мотор. Все это было упаковано в целлофан, в бумагу. Сборка хорошая. Из минусов я заметил небольшой минус этого вентилятора. Здесь вот решетка. Здесь маленький болтик. Очень маленький. Ну, может, у кого дети есть, это плюс, конечно. Они будут помогать. Тоже будут участвовать, им будет интересно докручивать такой болт. Но когда его закручиваешь или раскручиваешь, он может упасть, его потом искать надо. Остальное плюсы, как заметил. Собирается очень просто. Подставка крестовина пластиковая, очень хорошего пластика, легкая. Крестовина шире, чем обычная. Собирается очень просто. Все, еще тоже есть болтик. Да, забыли вот одну особенность. Сейчас разберем. Сюда ее надо было поставить. Теперь здесь так, решетку, так, заднюю решетку. Тоже первый раз, когда собирал, маленечко неправильно собрал. Надо ориентироваться вот как раз по этому болтику. И дырочка от болтика вот здесь. Он должен быть вверху. Болтик. Тогда просто, если болтик в другом месте, то надпись будет кверх ногами. Так, проблем больших нет. Красивее, как надо. Вентилятор, тут венки есть. Против часовой стрелки, ну как обычно, всегда закручивают. И вот мы дошли до самого сложного момента. С этим болтиком. Так. Все остальное было просто.
Те, кто собирают эти вентиляторы, наверное, за минуту это соберут. Даже быстрее, за несколько секунд. Тут можно отодвинуть. Так удобно, тоже отодвигается. Такая гайка мелкая. Ну, вроде бы получилось. Первый раз. Плотно заходит. Очень плотно. Так, ну вот, все готово. Первая скорость. Тихо работает. Вторая скорость. Чуть-чуть погромче, но мощность тоже чувствуется. И третья. Высота небольшая, вот максимум, но поднимает он хорошо. Бонус. Забыл. Еще есть 4 ножки резиновые. Тоже вставляется в подставку вот крестовину. В нижней части. Такие мягкие резиновые ножки.